пленарное встреча, в которой принимают участие очень молодые спортсмены. Пожалуй, это самый молодой финал чемпионата из всех, которые до сих пор проводились на чемпионате мира в Москве. Встречаются две спортсменки 1990 года рождения. Причем китаянке еще не исполнилось 20 лет, но в октябре месяце будет. Естественно, что высоких спортивных результатов среди взрослых у них до сих пор не было. И лучший результат у китайской спортсменки, чемпионка мира среди юниоров, а монгольская спортсменка на чемпионате мира среди юниоров в этом году была пятая. Таким образом, уже высшее достижение, причем очень высокое. Эти девушки завоевали на наших московских соревнованиях. Как минимум, у каждой, как минимум, серебряный медаль. А одной победили цифру золотая и сразу в юниоры. Йоханна Максов учится пройти на сборный клуб для выхода в нации на ее награждение. Давай, 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 давай